Тем временем в администрации города уже озадачились решением этой проблемы. Вот что по этому поводу смогла рассказать начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова Надежда Анисимова. Вчера состоялось у нас совещание у заместителя главы администрации, в том числе с представителем застройщика, кто предполагается выступить инвестором при строительстве данного социального объекта. Были предложены рассмотреть еще несколько вариантов размещения данной котельной, поэтому в любом случае мы будем настаивать на том, чтобы спортивный объект остался спортивным объектом. И предложили два альтернативных участка, которые находятся тут же рядом. Конечно, они будут чуть более затратные при проведении подготовительных работ, но однако они не затрагивают ту площадку, которая используется футболистами.